Все поместилось. Это вот могила князя Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова. Вот здесь вот по стенам висят ключи взятых им городов, в частности. Ключи французского города Нанси. Им ли или уже победоносной нашей армии позже, потому что умер Кутузов в 13 году, а битва при Лейпциге, которая решила судьбу Наполеона, была в 14 году. Ну ладно, это надо уточнять. Вот здесь вот, кстати, чуть между ключами стояли штандарты наполеоновские гвардии, захваченные в бою, вот здесь и вот здесь, по два штандарта, по-моему, скрещены. Но они на реставрации. На штандартах в центре был венок и латинская буква Н, Наполеон. Наполеон. Так что вот этот Казанский собор задуман был уже потом, после войны 12-го года, как мемориал славы. Вот. Слава русской армии в память о победе 12-го года. Наш величественный собор. Посмотрим на главный неф, вот он. И здесь долгое время находился музей истории религии и атеизма. И здесь вот висел маятник Фуко, демонстрирующий вращение Земли. Он был подвешен вон там же, где подвешен сейчас Талюстр. Под центральным куполом собора он сбивал фишки. И, надо сказать, Земля действительно вращается. При всем при том, эксперимент действительно доказывал ее вращение. А потом, не знаю, в чем видении сейчас находится собор, но в нем идут службы, он одновременно как бы и мемориал. Вот. А с другой стороны и храм. Но место, конечно, очень славное. Я как-то поздно обнаружил, что здесь находится могила Кутузова. А потом понял, что вот почему перед фасадом этого собора стоят памятники Барклая де Толли и Михаил Илларионович. Мы их чуть попозже снимем. Вот памятник Кутузову. А слева должен быть Барклай де Толли, наверное. А ты, Женя, можешь найти себе какой-то ракурс отсюда, вообще, где ты? Да, да, надо отойти будет подальше. Пардон, тут снимали. А это вот здание компании Зингер, ныне дом книги. Ныне много лет уже. Как? Дом книги.
нету. Ага, вон паркует Итали. Да, Михаил Ларионович не дожил до полного торжества. До полной победы. И полную победу знаменовал, разумеется, отречение Наполеона. Хотя, разумно ли оно было, трудно сказать, можно было, наверное, оставить его на престоле. Но символически, да, это был знак победы. Движение.